Аве публикум, we are back in my ludus bludus. Слава публике, и мы снова в моем лудусе блудусе. The biggest dick is with you, Крутахерус Атомус с вами. And, okay, deck full, у нас полная колода. What we have, что у нас есть? Defense priority, оборонный приоритет. Can interrupt attack more quickly. В общем, защита во время атаки может прервать атаку быстрее. Gladiator does not require food or water. Гладиатору не требуется вообще нифига. Окей. Okay. That's good. Это хорошо. Окей, okay, let's give this. Давайте вот так вот. Сделаем. Окей, okay, and I have plenty of coins. У меня просто дофига этих самых денег. Let's expand employee area. Давайте зону для сотрудников увеличим. That's what I wanted to do. Это то, что я хотел сделать. A long time ago. Давным-давно. Let's see this. Вот это посмотрим. Food, еда, water, and a tent pit. Давайте сражаемся. Макус. Okay. That's Макус. У нас есть Макус. And we did not upgrade our gladiators, as I recall. По-моему, мы наших гладиаторов не улучшили в последнем бою. Ксеноморфус. Давайте ксеноморф пусть сражается. Accept. Приняли сражение. Go. Ксенос Морфус, этим. Давай, сожри его, Ксенос Морфус. Оу. Оу, ноу, о, нет. Ксенос Морфус dead. Ксеноморфа завалили. That's not... That's Риплиус. Хелениус Риплиус. Похоже, у нас Хелениус Риплиус оказался на поле боя, да, и замочил он Ксеноса Морфуса. So sad, так грустно. I expected Xenos Morphus would be a great fighter. Я надеялся, что Xenos Morphus будет отличным бойцом. But I was mistaken, но я ошибался, so I don't know who would take his place. Я не знатикус займет его место. Like so great loss. Такая большая потеря. Okay, first we need to give better equipment. Нашим ребятам нужно лучшее оборудование дать. Okay, you deserve that helmet. Заслуживаешь вот такой вот шлем. Гопус бруталис. Так, гопус у нас. Okay, black one. Давайте черненький сразу улучшим до максимума. You deserve that. Он заслуживает вот такую одежду. I don't know, я не знатикус. Okay, he will be the same, он будет такой же. Maybe better helmet, лучший шлем. Okay. Gold helmet, золотой шлем, членус of Partius. Член партии у нас, по-моему, тоже сражался. I don't recall if he fought. Даже не помню, сражался ли он. Petrolius Gassus, genius of Academia. Platonus, no, I don't recall, не помню я этого. So that wasn't happening, поэтому этого не происходило. Now Copus, Killerus, as a private room, так, у него личные покои есть. Nobody is close to freedom, да никого тут нету близкого к свободе. Though a cousin, you were able to obtain several casks of very exclusive wine. Ага, очень дорогое вино. Give the last cask. Okay, boss, давайте обоим дадим. The old men are discerning taste and release what you have done. They are not amused. Would ruin good wine, and they are not impressed. Would you try drop them? В общем, они оба недовольны тем, что я постарался их прокинуть. Okay, so that's then the case for exhibition match. Тогда пора, собственно, показательный матч показать. Чтобы успокоились наши ребята. Окей, the worst. Давайте худших отправляем. 1, 2, 3, 4. С одной стороны 4. And 4 on this side. И 4 с этой стороны. 1, 2, 3, 4. Окей, хорошо. Окей, that's not the worst. Это не самое худшее. So I will add one to this. Поэтому одному вот сюда добавлю. Down. Accept. Принимаем сражение. Fight. Сражаемся. Fight of the poorest. Сражение самых бедных.
If they will give me a good amount of money, then I will upgrade their uniforms of the victors. Если они сейчас принесут хорошие деньги мне, да, за этот матч, то, конечно, я дам им получше оборудование тем, кто победит. But they're really long fighting, но они действительно долго сражаются. And they have time for healing. У нас даже есть время для лечения. Team 1 is losing. Первая команда проигрывает. First plead guilty. Первый, по-моему, попросил пощады. Another one, еще один. Two for mercy. Два жалости уже попросили. Team 1 is losing. Да, первая команда вообще серьезно получает щей. Сексус, оф, оф, Сексус дольше всех держался. Окей. Only 3-1, только 3 победили, and 15 coins, и 15 монеток. So, heal, лечимся. Let's check how many to heal. Смотрим, кого нужно полечить. Окей, okay, and I need to decide the face of some gladiators. И пора уже определить... роль некоторых гладиаторов. Окей, okay, so let's add one of every type. Давайте один каждого типа. Окей, okay, Сексус. Так, Сексус у нас. We haven't seen Ritarius for a long time. Ритариусов у нас давно не было. Окей, okay, where is shield? Где у нас щит? Окей, okay, we have one Ritarius. У нас один Ритариус. Минимус. Тарекс. Давайте Тарекса ему дадим. Shield, щит. Окей, that's done. Это готово. So this one, вот этот у нас пойдет. Мурмило, Мурмилон. With knives, с двумя ножичками. Healing Sextus of Numbia. Sextus. Окей, let him be Ritarius. Тоже пусть будет Ритариусом. I need more Ritarius. Нужно больше Ритариусов. Okay, we don't see scissors for a long period of time. Давно не было вот этих ребяток с ножами. Okay, they are close to Мурмилонс. Близки по своим характеристикам к Мурмилонам. Horsey, конячка, continue training. Пусть продолжает тренировочку. Do we have any fights? Есть ли какие-либо сражения? No, нет. Окей, okay, we can like find another match. Можно на еще один матч отправиться, да? This one, 11. Вот на вот этот, 11. Three. No, I don't have that good gladiators. У меня нету таких хороших гладиаторов, so I won't do. I won't go. Не пойду туда. That's sad, but I cannot survive. Жалко, но я, конечно, не могу там выжить. And I need to check the controls. Нужно эти самые управления посмотреть. Game options. Okay, move. Это у нас движение. Roll. Перекатиться. How to control? Как на самом деле взять под контроль? Surrender, run, throw, pick up. Взять. Accept. Принять. Окей, okay, I don't want... No. Не знаю, как под контроль взять, but I want puppet as controllers to fight. Но я хочу уже лично посражаться. Окей, okay, no problems at all. Никаких проблем нету. No pit fights. На арене тоже нет никаких сражений. And I need more gold. Ну и нужно готовиться к тому, чтобы больше золота получить. Окей. Okay. Weapon steward. Это у нас за оружием будет присматривать чувак. Окей, okay, give here. Вот это дадим. Wild animal. Окей, okay, no. Нет, не кажу. Neutralize bleed damage. Shields loose. Ага, so wild animal. Кому дикое животное дадим? Окей, okay, let's Copus Killerus. Ну пусть Copus Killerus будет диким животным.
And I actually can use my cards of favor. Можно, кстати, эти самые. Магистр, это гайд. Okay, favor to one. Давайте на единичку. Окей, okay, хорошо. And this also. И вот этот тоже. Окей, okay, so we have some free cards, чтобы у нас было более свободное благословение. Окей, okay, speed up ускоряем. Окей, okay, research done, исследование готово. Throw weapons, бросаем оружие, но attack shuffle. Gladiator can still move slightly during attack. Во время атаки гладиатор может двигаться. Окей, okay, critical strike, критический урон, that's what we should... No, вот что нам нужно на самом деле изучить. Окей. Okay. Who is this? Кто это у нас? Сарекс. Окей, okay, where is Puppetus? Где наш Puppetus? Puppetus. Окей, okay, good, хорошо. How to control him? А как его контролировать? Accept. I want to control him. Я хочу его контролировать. Can I control? Могу ли я контролировать? No, I cannot. Я все еще не могу контролировать. I need to check out how to fight. Нужно разобраться вообще, как сражаться. But I guess I won't. Who plead mercy? А кто попросил пощады? Окей, Puppet is controlless. No, нет! Puppetus controlless just died. Puppetus controlless просто помер. That's sad. Это грустно. Really sad. Очень грустно. He died without any control. Он без какого-либо контроля помер. Окей, okay. Чемпион 57 days. Чемпионат у нас через 57 дней. А Horsey? Так, конячку улучшаем дальше. This is not healing. Он даже не лечится. Not passively. Даже пассивно не лечится. Окей, okay, let it be. Пусть будет у нас этот лев. I have plenty of everything. Мне уже всего хватает. Окей, pit fights. Снова сражение на арене. Волокатиус. Волокатиус у нас. Окей, okay, that's a good fight. I don't know. Давайте, я не знаю. No, Копус Киллерус. I don't know. Давайте, я не знатикус. Будет сражаться. So, you should be a good gladiator. По идее, ты типа хороший гладиатор, so prove yourself. Докажи это. He was not that good. Не настолько хорош он был. I don't know, died. Я не знатикус помер. That's not a good days for Bloodus Bloodus. Не очень хорошие деньки-то у нас сейчас у... Лудуса Блудуса. Белорусус. Давай белоруса вот сюда поставим. Many gladiators died. Достаточно много гладиаторов умирает. Maybe I can purchase some good gladiator. Возможно, смогу найти где-то хорошего гладиатора. No, no, нет. Okay, that's good. Вот это хорошо. Граниус. Okay, let's buy him. Купим его. Дикус Максимус. Here we go. Вот так вот пошел. And whom he gonna be? Кем же он будет? Let's make him Ритариусом его что ли сделать? Authorics или Сариксом. Окей, Мурмелон. Пусть будет Мурмелоном. Yeah, he needs to train wisdom. Ему сперва надо ум тренировать, and then everything else. А потом все остальное. Several military officers are on the road towards Milites. Have a long time right home. They are quite weary and dehydrated. Несколько легионеров идут назад в Рим. Они уставшие и
это самое, как его, и пить хотят. Потом water, предложите им воду. Потом water in exchange for coin. Предложите воду в обмен на деньги. Окей, okay, I guess coins, that's good. Думаю, монеты это будет хорошо. No, okay, offer them water. Просто воду предложим. I'm grateful to get a small sacrifice. Легат благодарен нам. That's good, это хорошо. Favor of legate is more important than money. Да, у нас добродушное отношение легата имеет больше значения, чем деньги. That's how real politics is done. Вот так реальная политика и проводится. You train your gladiators and make please legate. The total US politics. В общем, точная политика США. Современные. Тренируем гладиаторов для боев насмерть и удовлетворяем кого-то там. Expanding training area. Так, можно... Okay, improved well. Можно колодец улучшить. The stone собрать. Can dig a coal pit. Давайте вот это сейчас сделаем. And I can hire another employee. И можно... Могу нанять сейчас еще одного... Architect. Архитектора. You know what for? Знаете, почему я его нанял? You know why? Because I will want this wall reinforcement. Потому что я хочу стены укрепить, and I want apothecary. И хочу аптеку сделать. Okay, good, хорошо. Card. Здесь у нас карта будет. 31, 3 victories, 3 победы, 3. Okay, that's... 31. So 3 versus 3, 3 против 3, or I guess. Could my win, смогут ли мои выиграть? I'm very doubtful, очень сомневаюсь. That's okay, money. Значит, рынок будет лучше. 1 versus 1, 1 против 1. Granius. Okay, 1 versus 1, давайте 1 против 1. So, Corpus Killerus, go. Corpus Killerus, давай. Our only champion. У нас единственный чемпион. Show yourself. Покажешь себя. I think you're gonna win. Думаю, выиграешь. On the marketplace. На рынке. Okay. Good. Замечательно. You need a better shield. Нужен лучший щит тебе. I like red shields. Мне нужен, нравятся красные щиты. Papyrinus. Hold ground. Держать. Землю, окей. Держаться на месте. So, better shield, за лучшие щиты. Red one, пожалуйста, тебе красный щит. And the black. И черные нашивочки дадим. Окей, here we go. Вот так вот. So, 9 victories, 9 побед. Soon you will be free. Скоро тебя будем освобождать. More champion, наш чемпион. So where is new? Где у нас новенький? Piranus. Okay, that would be Piranus. Piranus Sharkus. Piranus Aculus. Okay, he will be... Кто же он будет? Charioteer. Okay, let him be. Давайте сделаем его этим самым. Чуваком с хлыстом. What else? Что еще будем делать? Окей, okay, dig again pit снова. Здесь роем нам. Окей, okay, deck full. У нас полностью карты заполнены. Hold ground, reduce knockback. Ага, отбрасывание уменьшено. Let's give this to someone. Давайте кому-то дадим. Whom to give? А кому ждать это? Petrolius Gases. Окей, Petrolius Gases пусть будет. Gladiator does not require food or anything. Гладиатор не требует жертвы и прочего. Все, окей, shield. Steward, это защита у нас. Лучше, окей. Give here. Вот это даем neutralizes bleed. Кровотечение мы отменяем. Narcos Addictus, окей. All attacks do 35 more damage. На 35 больше урона. Членов of Partius. Окей.
Don't do opponent's help. Снова по шлемам бить. Окей, okay, give this. Давайте вот это дадим. Окей, okay, this defense. И вот эту защиту. So, is that good? Этого достаточно? Can we fight on the pit? Можем на арене сражаться? No. Нет. But I have pretty good amount of gold. Но у меня достаточно хорошее количество золота появилось. Attack shuffle. Gladiator can move slightly during attack. И можно двигаться немного во время атаки. Дополнительное благословение. Yeah, that's we need. Это нам нужно. So, architect, architector, get the stones. Соберем немножко камешков. Дикус Максимус, deny, запретить. Окей, okay, I need to set here. Нужно здесь ставить. So he need... Now 12 victories. Теперь ему нужно 12 побед. I will do this. Буду вот так вот делать, so we understand who needs how much victories. Чтобы понимать, сколько побед нужно достичь. Ему. Копус Киллерус. Окей, okay, he is close to be free. Копус Киллерус уже близок к тому, чтобы получить свободу. Стоим, еще камешков собираем. Окей, okay, done, готово. Done, collecting stones, все, хватит камешков собирать, еще соберешь. No pit fights, все еще нету сражений. Окей, okay, maybe something more important. Возможно, что-то более важное он начнет делать. Окей, okay, improved wine, улучшен. Let's do this for food. Давайте для еды сделаем получше. So we will not suffer from the hunger. Чтобы мы точно не голодали вообще больше никогда. Okay. While obtaining herbs at the apothecary, you spot the magistrate medicus. So you recognize the tinctures that he asked for. They are to treat a flesh-eating venereal disease. Making eye contact with you, he fearfully bids you good day and makes for the exit in hurry. В общем-то, собирая растения в аптеке, вы заметили медика-магистрата. Вы узнаете, что он спрашивает лекарства для лечения какой-то этой самой болезни, поедания плоти. Он нервно с вами встречается глазами и быстро уходит. Say nothing, let magistrate have his privacy. В общем, ничего не говорить, пусть магистрат сам разбирается. Call out the man, wink, and bid his master good day. В общем, пожелать его мастеру, этому владельцу хорошего дня. Grab his arm and whisper that you shall tell no one if his master sends someone some coin your way. В общем, схватить его и сказать, что... Типа, пусть денег, и вы никому не скажете. Окей, okay, saying nothing, ничего не говорим. The fact has brought sunshine and happiness to your day. Perhaps this information will be useful someday. В общем, где-то у магистрата болят половые органы, а вас радует это. Very weird, очень странно. Shuffle. Так, вот у нас есть такой вот, такая вот атака. So, attend pits. Ну, давайте, бои на арене. Вернее, в яме. You know what, знаете что? I reject that. Я отказываюсь. That's too dangerous. Слишком опасно. I don't want to risk my gladiators. Не хочу подвергать риску своих гладиаторов. They already seen a lot of fights. Они уже много боев видели. Okay, you know that's time for this championship. Время таки идти в бой. So Copus Killerus goes. Copus Killerus идет. Gopus Vulgaris. And и кто еще? Членов of parties, член партии. Белорусос. Белорус может только пойти. Окей, okay, go. Отправляем.
So, three good gladiators. Show what you capable of. Давайте, три гладиатора, покажите, на что вы способны. Fight. К бою. Oh, I don't know how this fight should end. Я даже не знаю, как этот бой закончится. It's very risky. Очень рискованный. Yeah, we're winning. Мы побеждаем. The cats are dead. Кошечки уже мертвы. They are so stupid. Они такие вообще немощные. Cool, everyone survived. Все победили. Chariot. Еще у меня колесница. Do I need this actually? Нужна ли она мне на самом деле? Okay, good. We won the championship. Отлично, что мы победили чемпионат. Sell. Продаем ее сразу. Okay, some money. Немножко деньжат получили. Okay, you want a better shield. Интересно, тебе лучше щит дать? 85. Okay, receive that black shield. Давай, черненький щит получишь. Heal. Лечишься. Okay, one more victory. Еще одна победа, and you're free. И ты свободен. Эти Гопус. С нами сражался, по-моему, Гопус Вулгарис и кто-то еще. Членус of Partios и член партии. Okay, he deserved this better equipment. Он заслужил вот это получше оборудование. Like this, вот так вот. Or was... Oh no, that was the Belarus of Uxus. Да, Белорус из Уксуса точно был. No, that's the maximum, то максимум, который он может. Okay, take this helmet. Давай, вот такой шлем. No, this one. Вот такой. Rosy. Розовенький. У меня еще не был шлем. Okay, that's good. Хорошо. Everyone done that job. Все справились. Now let's see what's this guy. Смотрим, что это за ребята. Sell. Продаем. Gratus. Sell. Вот этого тоже продаем. Наркос, Эдиктус, Ноудикус, Пиранус, Аэлиус. Эти 83 килограмма. Also sell. Также продаем. Окей, okay, so that's fine. Пока все хорошо у нас. We're doing better walls. Лучшие стены делаем. Окей, okay, big fight. Большое сражение. So... Let's go, пошли. Our best, наши лучшие отправляются. And maybe not the best. И наверное, не самые лучшие. Пиранус Шаркус, Дикус Максимус, Корнелиус. Okay, that's good. Этого достаточно. Okay, Копус Киллерус needs to retreat. Копус Киллерус пусть отдохнет. Сексус и Фулфус. Go. Вот так вот пошли. And... Okay, not the best gladiators. Не самые лучшие гладиаторы. So we will see how it go. Посмотрим, как все развернется. Okay. I see the second team has more damage right now. Пока вторая команда получила больше урона, but nobody dead, но еще никто не помер. That's very long fight. Это достаточно длинный бой. The second team is more damaged. Вторая команда. And first dead. Похоже, первый помер. Yeah. Maximus can lose. Maximus у нас может помереть. Okay, second team is losing. Да, вторая команда уже проигрывает. Now that's very brightly seen. Теперь очень ярко это заметно. Only two gladiators left. Только два гладиатора осталось. Good. Здорово. One, two, three, four, five, six. Шесть гладиаторов. One dead, один. Дикус Максимус! Дикус Максимус умер. I did not expect that. Я этого даже не ожидал. Okay, so Partius, Uxus, Genius, Martius, Wolfus и Gopus.
I did not expect that. Я даже не ожидал, что помрет этот самый чувак. Окей, Гопус. А что Гопусу еще-то дать? He's well equipped already. Он уже хорошо вооружен. Now, членус партиус. Член партии у нас. Better. Sword. Лучше. Окей, better swords. Давайте получше немножко мечи дадим им. So then, who else? Кто еще у нас сражался? Like newbies, какие-то у нас новички были. Пиранус, as I recall, по-моему, Пиранус... No, he did not fought. Нет, он не сражался. Корнелиус from Hungary. No. Брутус. Who fought? Кто сражался? Секстус. Секстус? No, he did not fought. Он не... Нарциус. Вот, вот этот парень, по-моему, сражался у нас. Yeah, да. So, give him something. Дадим ему хоть что-то. Минимус Маусус. Yeah, I recall he is fought. Да, он тоже, по-моему, сражался. Okay, and this. Ну и шлем дадим ему. Мартиус, yeah, Мартиус fought. Мартиус тоже сражался. Normal shield, нормальный щит дадим ему. And a wooden sword. Ну и по крайней мере деревянный меч. Сексус и Вулф. За Сексус у нас сражался. Okay, you deserve this. Вот так вот заслужил уже одеваться. Белорусус. Ну а Белорусус вообще все. Улучшен до максимума. Окей, okay. He's in red. Он весь в красном. He's awesome. Он вообще крут. Narcos Addictus. Did he fought? А он сражался, я вот не помню. Окей, okay, receive this. Давайте вот это получит. Just in case. Просто на всякий случай. Тинда, Питч, пойдем снова сражаться в этой самой яме. О, oh, no. Нет. That's already not. Уже сразу нет. Train more horsey. Больше лошадку тренируем. Can we, like, attend this horse match? Может, с лошадкой погоняем? Okay, let's do. Давайте отправим. Where is my Belarus? Белорус отправляется. With our horse, с нашей лошадкой. Accept, принимаем. Interesting, would we win? Интересно, сможем победить? I doubt that, я вообще-то в этом сомневаюсь. And why they so slow? Снова они так медленно бегут? Run faster, давайте быстрее, ребятки. Because with this speed nobody could win, потому что с такой скоростью никто не победит. Okay. We have the first. Мы первые отправились в поездку. That's definitely the strong attitude to the victory. Это уже хорошая заявка на победу. Forward, forward, Belarusians. Вперед, Belarusians. Go, go, go. Погнал, быстрее. Would we win the match? Сможем ли выиграть этот матч? He's lashing the poor horse. Он так долго лупит бедную лошадку. Okay, now he moves faster. Да, теперь он быстрее уже движется. Yeah, I guess we can win. Думаю, можем победить все-таки. But I don't understand why so slow. Но не могу понять, почему так все медленно. Like really slow. Реально очень медленно. But that's the final race for today. Но это финальная гонка на сегодня. And we will see in the next episode. Увидимся уже в следующем эпизоде. Well, I hope that would go faster. Вообще-то я ожидал, что все пройдет быстрее. First up. Так, первый круг прошел. Okay, that's victory. Это, по-моему, победа. Yeah, the sounds of victory. Звуки победы у нас. That means we win. Это означает, что мы победили.
because I don't understand. Потому что я не понимаю пока. We're just running, просто бегаем. Or that's just the end of the music, или просто музыка закончилась. I don't understand why this frame rate is so slow. Не совсем понимаю. That's time it is good and time it's slow. Временами я запускаю эту игру и ну, кадры нормально идут, без тормозов. А вот временами запускаю прям с тормозами. Okay, that's the second circle. Второй круг пошли. I don't understand how to win this. Даже не совсем понимаю, как победить. So we've made two turns. Мы два круга сделали. That means we did not win. Это означает, что мы таки не победили. Stalemate. Ничья. Okay, at least we trained. Ну, по крайней мере, потренировались. See you next time. Увидимся в следующем, в следующий раз. Live long and prosper. Живите и процветайте. Live long and prosper. Живите и процветайте.